В горках Ленинских был устроен праздник на льду по случаю открытия катка. В 2016 году хоккейная коробка была реконструирована и сразу возымела огромный успех и потребность у местных жителей. Мероприятие было подготовлено Горкинским досуговым центром «Юность» и арт-студией «Видное». Ледовое шоу «Щелкунчик» и «Мышиный король» в исполнении удивительно талантливых мастеров фигурного катания. Шоу балета на льду под руководством Порываевой оценили по достоинству все зрители, которых по подсчетам было не менее 400 человек. Взрослые и дети со всего поселка пришли на праздник и не пожалели. Прекрасная музыка, молодые талантливые фигуристы – все это создавало праздничное настроение. Декорации к представлению подготовила молодежь горок Ленинских, приложив к этому делу немало усилий и фантазии. Главный герой «Щелкунчик» – дело рук руководителя творческой студии досугового центра «Юность» Вероники Цеплаковой. Жителей поздравила исполняющая обязанности главы поселения Светлана Литвинова, пожелавшая, чтобы в новом году у каждого нашлось много добрых дел. Всем добра и благости! Пусть ваши руки не только в этом и в следующем году, но всегда будут заняты добрыми делами, а ваш ум – позитивными мыслями. Светлана Литвинова вручила благодарность за вклад в развитие спорта капитану хоккейной команды Андрею Панасенко и ветерану спорта хоккеисту Валентину Макарову. А затем мастера ледовой арены предложили всем желающим поучаствовать в мастер-классе. И таких оказалось предостаточно.